печатью пророков. Сегодня у нас 16 января 2022 года, воскресенье. Ну и еще до богослужения. Ну, 10 минут начинается общая молитва, молчание. Заходите. Его прихода жил. Это... Без очков кто тут из вас? Это люди, как приходят, наши сестры, братья тут или же. Давай. Кресло у нас целительное. Прислоняется, исцеляются люди. Сами никто никого не благословляет. Крест лежит, который на меня надели. Считается найденный там, где расстреливали священников в Барнауле. Надежда Васильевна, возьмите его туда и вот присядьте вот там. Стоите, качаетесь, как это, чувствуете, качаетесь, тонкая былинка. Жил за 400 лет до Рождества Христова во времена возвращения к Иудее из плена Вавилонского. Ну-ка. Включи-ка свет, здесь там в коридоре, включи свет. В коридоре свет включи там. Являясь образцом душевной. Чтобы видно было все. Пароль Гоген. Назван Малахией, то есть ангелом или вестником. Канон священных книг входит его пророческая книга, которую он обнаружил. Конечно, главное наше сокровище это люди. И его течи, и последний. Что-то я показываю, что как руководитель телефона. У меня дома столом висит такая картина светлая. Отличный кабинет. Сицилийская Мадонна. Картина номер один во всем мире считается. О приходе Господа Иисуса Христа. Как Господь пришел, как говорят, нельзя ничего делать, посмотрите, как одеты. Это было 400 лет до прихода Иисуса Христа. И где-то мало. 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 А через телефон лично кабинет. Класска мало, мульти больше. Через ноутбук заведите его. Это наше время, 38 тому. За 9, за неполных 9 лет Господь позволил выпустить. Я сейчас над книгами пройду, прославляю, правда. Там сидят, тут сидят люди, сзади. А именно книги наши. Сначала начну. Каждый разный цвет, вот так вот Господь позволил. Каждая книга 752 страницы и 64 фотографии. Черно-белый до 12 тома, а дальше уже 64 и все цветные. Как, это оболочка книг такая. Это в твердом переплете, скругление, корешка. Какие документы вы получили в кабинете? Вы туда должны вводить наоборот это все. Кто-то перевозит. А не искать, в личном кабинете. Так, потом нам обещал один человек, поэтому вы не за... Оплата вся идет ваша. Вот я сейчас поделаю здесь, чтобы... Нам зато, который готов. Вы такая... Все было благодарно. Никакие серьезные чтения. Вторая Тимофея. Четвертая глава с 5 по 8 стих. Какие дивные слова. Трехтомик самый новый. Я зашел отсюда показать. 38 томов книг. Точно что. Все как-то так получалось. Документы. Даже нельзя придумать. Прямо на них распишись. Пока закрывайте. Сейчас мало времени остается. Вот сюда, да? А, вот тут дверь, куда можно? Это одна книга.